перед партнершей стоим и ведем ее на свивлы, перед вашей акробатикой мы аккуратненько поворачиваем кисть партнерши, она становится к нам спиной, и далее вы делаете акробатику, которую вам нужно. То же самый принцип мы используем, когда мы делаем променад. Мы выводим партнершу в сторону справа от нас. Дальше мы ее ведем не силой мышц, а тем, что мы начинаем двигаться в левую ногу. Один шаг, второй шаг. Дальше партнерша делает поворот. Дальше партнерша делает правой ногой вперед. И мы вместе с ней разворачиваемся. Дальше можно даже двигаться туда, отправлять на базовое окончание и все что угодно. Далее, тоже по свивлам момент. Это когда мы заводим партнершу на свивлы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Акцент любой. Далее, какие еще есть варианты? И справа наш. Раз, два, три, четыре. И вернули обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Акцент. Какой вам? Это что касается свивы. Опять же, важный момент, чтобы зрителям было приятно смотреть, партнерши приятно танцевать, мы делаем это не за счет нашего замка, а он остается на месте, мы двигаем вес свой, замки, как вы смотрите, остаются на месте. Партнерша делает все то же самое, нам не обязательно работать руками, чтобы ее вести. Это только я корпус поворачиваю. Корпус вы поворачиваете немножко, но рамочка остается на месте. Да. А, да, еще момент, что вы вместе с ней можете делать еще раз. Подстраиваемся под партнершу. Оп. Что еще можно делать? Другие противоположные. Опять же, сильно руками мы не шарашим, сами больше двигаемся, партнерша за нами. В любом случае повторить, более такая. Хорошо, хлыст покажи еще. Да, хлыст. Целиком. Окей. И раз, два, три, четыре. Дальше у нас готова правая ножка. Да, партнерша. И пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре. И далее все, что угодно. Наша схемочка. И то, что ты показывал, вот эти сейчас напомнили, с двумя руками. Да, давайте. И потом при раскрытии поворачиваемся корпусом друг к другу, то, что в прошлый раз. Давай сейчас. База. Раз, два, три, четыре. Смена по животу. Правая рука сверху, левая снизу. Заводим партнершу на вращение. Опускаем ручки, чтобы сделать на себя, на нее. И вот отсюда даже ручку поставим и оттолкнемся. И потом роллинг глаз, который ручка. И вот это, что ты показывал при раскрытии, стоять корпусом друг к другу, а потом... Когда быстрая музыка, это сложно сделать, а когда медленно, это в принципе легко. Мы чуть-чуть придерживаем партнершу, чтобы она не убежала сразу на правую ножку. Двигаемся к ней, и опять же, можно даже дать ручку, тогда будет ей вообще понятно, что мы хотим. Самое главное, чтобы два плеча смотрят друг на друга, и мы отходим. А без рук как это? Без рук чуть сложнее, потому что нужно будет придерживать партнершу. Вот она еще не перенесла вес, я ее чуть-чуть придерживаю к себе, не отпускаю, не отдаю туда руку. И сам остаюсь рядом с ней, прям рядом, а уже потом ухожу. Что-то еще, по-моему, да, будет какие-то фигуры? Что разбирали там, где кашку? А, ну, пиво ты. Ну, пиво ты еще покажи, она прошла. Пиво-то делается вперед. Сейчас вот эта нога. Чуть ближе идет. Подойди, плохо слышно будет. Встань где-нибудь, вот между лампочками. Вот эта нога прям идет назад. Назад. Дальше мы доносим на нее вес. Чуть-чуть разворачиваемся и уходим вперед. Доносим. Не надо, Алсу! Почему? Руку можно не убирать, можно оставаться с партнершей вместе. Так будет удобно. И променадный бег, и, наверное, все на этом. Давай, променадный бег. Ближе подойди. Давай. Из позиции бальной. Мы начинаем двигаться вперед, партнерша уходит чуть-чуть в сторону. Вот наши ноги, самое главное, что правая, левая всегда. Партнер обходит партнершу. И у нас другие ножи. Далее партнерша обходит. Уходим налево. Руки-ноги, смотри. Не могу понять, почему. Ну, в
все, я понял. Все, хватит. Спасибо. Хорошо.